Всем привет! На ТВЦ выходит новый сериал под названием «Вера больше не верит в совпадения». В родном Бучалове Вере Зацепиной приходится разбираться с прошлым и участвовать в расследованиях вместе с оперативником Леонидом Крутиковым. Она вновь оказывается в эпицентре нового криминального дела, когда прогулка по лесу с подругой Ириной заканчивается обнаружением женских остатков. Девушка предполагает, что скелет может принадлежать Марине Смирновой, бесследно пропавшей несколько лет назад. Только родная мать отказывается верить в самое плохое и все еще надеется, что дочь находится среди живых. Зацепина твердо уверена, что способна распутать клубок загадок, связанной с ужасной находкой. Вера сталкивается с очередным сложным делом, когда Кузьмич случайно наталкивается на мертвую девушку, причиной смерти которой является рана на голове. Главным подозреваемым становится отчим погибшей, но от первой версии приходится отказаться, когда происходит следующее нападение с похожим почерком. Премьера четырехсерийного сериала «Вера больше не верит в совпадения» состоится 11 сентября на ТВЦ.